you, but... Ёбаный ты в рот, блядь, урод, блядь. Чё, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Ему за это там делают его свидетелем. Там идут на встречу, там небольшой срок, только за бродяжничество. Блять. Браво, браво, браво. Сдавай аккуратно, только. Стой. Молодец. Умничка. Все, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Молодец. И на эвакуатор ты можешь потащить туда. Что-то ни разу не попросил у него этот. Ой. Опа! Ой. Может, телефоном оставить свой? Мало ли, по регистратору посмотрим, данные будут нужны. А куда эту лицензию? А? А куда ее надо лицензию? Ну, это надо этот... Надо... Время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки. Там автобус, который ездит, вылез в толпу. Да ебать! Ух, ебать! Пизда трупа нахуй! Слушайте, а есть регистратор? Регистратор есть у тебя? Что? Регистратор. Нет, у тебя есть? Да, помню, я встану у тебя. Стань, пожалуйста. Нина Андреевна Солнцева, пресс-атташе больницы на Тургеневской. Это ведущее лечебное учреждение столицы, которое постоянно радует нас
хорошими новостями. Нина, добрый день. Здравствуйте, Савелий, очень приятно вас снова увидеть. Взаимно. И сегодня я хочу обратиться к нашим слушателям, которые еще не знают о том, что наша интимная... Блять, уроды! Тихо!
Алло. Сюда же подъедем. А? Сюда же подъедем. Ох, нифига. Бабай, ну как же так, а? Которые он, в общем, как бы не подключал, не подключил. Эти услуги платились, они крали деньги. И он, короче, это самое. Yeah.
тут. Ну давай, давай тогда песню. Мне очень заебично. Ёбище, блядь, казино, сука, тупорыны! Так на дороге что тут стоять-то? Чё, блин, на встречку-то выехал, козёл, блин? Сволочь, а! Ты чё за идиот-то такой, а? Не ребенку, он бедное дитё. Господи, ангел-хранитель тебя. Ты, чувак, блядь. Ебать, вот этот фуром уже заметил. Твою мать. Он даже не заметил тебя, нет, заметил. Это пиздец. Да ты же видел, нахуй. Thank you.
что ли? Сука, доча, все нормально. Дом строится или сносится, хуй знает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дуры что ли, блядь? Бабуля, блядь. Дура, блин, поедет он или не поедет? Чё? Ух ты! А вот и мальчишка. Напал на Мазду. А я не посмотрел. А регистратор посмотрел. Так, почему дверь? Отключенный от мобильного и заключенный в мир. Хватит, а уже.